Всем привет, подписчики, с вами как всегда Никита. Сегодня я открою 10 Санта-Крейтов. Фух. Я юзну удачу на всяк. Потому что у меня их очень много. Лаки-бустов. Юзну. Сколько идеек в этом кейсе? Ноль. А сколько идей? Да практически, как и всегда. Так, ну, кому-то выплачено на презент пайн. Так, открываем. Две Санты! Обалдеть. Мне мега повезло. Наверху что? Что еще? И много этих. Нет, кейсов нету. Я же говорю, ровно 10. Ты прикинь? Мне мега повезло. Две Санты. Паш, тебе мега мало кейсов надо открыть, чтоб ты его получил. Мне за этого Санту хочет чел дать 2 мифика. Вот это хочет дать, короче, вы видите. Нет. За Санту. Я напишу ему мега мало. Мега Эд. Интересно, он реально добавит мега много? Блин, ну. А ты забыла квест? А мне еще, наверное, квест выполнился. Но за то, чтобы... Вот, да, открыть. Блин, не хватает на еще один. Ну ладно, не важно. Ну, мне 2 Санты выпало. Посмотри, посмотри, три. Да. И будет птица из 5. А я знаю, что я у тебя. Я знаю, что у тебя 3. Из-за того, что твои юниты... Из-за того, что юниты добивали всех, а я не успевал просто... Моим... Делали очень много... Стоп, у меня есть еще один кейс. Мне тоже 3 осталось. Блин, камон, чего мало. Еще один кейс. Стоп. А, я могу купить, я его не купил просто. Покупаем один крит. Откроем. Эй. Конечно, у меня много всех юнитов. Остановки будет за всех моих. Пашуля, а кому ты даришь в школе подарок? Анюте. А, девочки, да? Ладно, да. Подписчики, всем пока. Только надо какую-нибудь прикольную.